Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Айза Долматова сообщила, что панические атаки и депрессии не позволяют ей дальше работать на ТВ. В Инстаграме Айза пожаловалась на плачевное состояние здоровья и сильный стресс. Звезду вымотал напряженный график съемок, и она заявила, что больше не желает работать в кадре и вообще быть знаменитой, никогда не хотела такой ответственности. Она подчеркнула, что завершила съемки последнего проекта, где выступила в роли ведущей. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.